Huh?
Я смогу снова забраться сюда. Thank you.
Если я упаду, это мне пригодится. Отлично. Тут можно забраться наверх. Последователи Ромула. Эти лжеязычники наводят ужас на жителей города, толкая их в объятия церкви. Как удобно. Именно. И я полагаю, что это письмо – доказательство того, что им помогают Борджи. Держи. Надеюсь, ты сможешь прочесть его. Кацо, новый шифр. Просто так не читается. Для расшифровки нужен ключ. Без него ничего не выйдет. На войне нужна не только логика. Ты же говорил, что у нас есть союзники. Так отведи меня к ним. Следуй за мной. Yeah.
Activated. Мы перемещаемся по тоннелям, чтобы не привлекать внимание стражи. Но многие ходы завалены. Таким образом, можно быстро и без риска попасть в нужное место. Макоза, что на него нашло? Ну где я возьму им хороших рабочих? Где я возьму? А тут еще и арка, это неправильно встала. Activated. Activate. Activated. Activated. Activated.
Сделай что-то. Довольно. А я не с меня хватит. Больше я не буду служить Борджа. Activated. Activated. Подходи, не стесняйся. Activated. Взгляните на мои товары, и вы поймете, что я не лгу. Эй, ты же не у себя дома. Даже если святым угоден ваш ты, совет его не одобрять.
Бен Тровато, Никола. А, сеньор Эдсо, приветствую. Фабио Орсини, к вашим услугам. Я много слышал о вас от моего кузена, Бартоломео Дельвиано. Прекрасный воин. Фабио одолжил нам пустой склад на Изола Тиберина. Я понимаю, в Тоскане у вас были условия получше. Сойдет. Бен, тогда я пойду готовиться к путешествию в Романию. Скоро мой народ снова обретет свободу. Предлагаю разработать план борьбы с Борджи. О, ты думаешь, мы готовы к такой атаке? Си. Ты знаешь, куда солдаты Борджи отвели Катерину Сфорца? Что? А знаешь ли ты, что Борджи захватили яблоко Эдема? Как мы могли потерять яблоко? Значит, ты не знаешь о действиях наших врагов. Здесь есть хотя бы подполье, с которым можно сотрудничать? Вряд ли. Наши наемники ведут войну с французами, союзниками Чезаре. В борделе, который посещают кардиналы, есть наши девушки. Но их мадам предпочитает веселиться на балах, а не помогать нам. А городские воры? У них есть гильдия? Си, но они отказываются говорить с нами. Что ты будешь делать? Заведу новых друзей. Activated. Инсома, ты ударился головой? Кроме того, я продаю разнообразные кованые решетки для портиков и балконов. Из-за чего все это безумие? Лечу всех! Подходи, не стесняйся.
Борджи, я больше не служу. Кто со мной? Activated. Эцио. Ла Вольпе, какая неожиданность. Но зачем я тебе понадобился? Кажется, я знаю. Ты все знаешь. Тебе нужны мои шпионы. Помоги мне. Тебя, следовательно, и Макиавелли. Ну уж нет, он предатель. Серьезное обвинение, особенно из уст вора. Он был послом в Ватикане и прибыл сюда по приглашению Чезаре. И я знаю, что он покинул тебя незадолго до нападения на виллу. Может, Макиавелли не всем нравится, но он ассасин, а не предатель. Неубедительно. О, сейчас у него встреча с кем-то в Трастевере. Не хочешь пойти со мной? Пойдем.